Члены организационных комитетов и присутствующие в зале выслушали доклад начальника управления экономики и инвестиций Евгения Приставки. Индикативный план социально-экономического развития Анапы определяет показатели, от которых зависит реализация стратегических целей развития экономики и социальной сферы, формирование налогооблагаемой базы доходов городского бюджета на 3 предстоящих года, планируемый объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий промышленного комплекса в 2014 году на 8% превысит уровень 2013 года, рост объемов отгрузки промышленной продукции планируется за счет увеличения объема добычи полезных ископаемых, производства строительной продукции, производства и отгрузки пищевых продуктов. В период до 2016 года планируется достижение показателей социально-экономического развития муниципального образования, значительно превышающих уровень 2012 года. С информацией по проекту индикативного плана выступила эксперт, главный специалист управления сельского хозяйства Инна Белошистая. Индикативным планом на 2014 год предусмотрен рост налогооблагаемой базы в сравнении с 2013 годом. Оборота базовых отраслей экономики на 20,4%, объема промышленного производства на 13,1%, валового объема продукции сельского хозяйства на 19,9%. От граждан заявок на выступление, каких-либо замечаний, предложений в оргкомитет не поступило. По проекту бюджета с докладом выступил начальник финансового управления Евгений Царев. В основу расчета формирования доходной базы бюджета на 2014-2016 годы положены прогнозные данные Управления экономики и инвестиций по социально-экономическому развитию Анапы на среднесрочную перспективу в отраслевом разрезе. Индексы роста цен, заработной платы, показатели собираемости налогов, динамики за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом соответствующих изменений и дополнений. Представляется на утверждение наш бюджет по доходам в объеме 3 миллиарда 492 миллиона рублей и по расходам 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Превышение доходов над расходами, то есть профицит, составляет 42 миллиона рублей. Участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать проекты решений по индикативному плану и бюджету 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов для рассмотрения Совета муниципального образования город-курорт Анапа 26 декабря на очередной сессии. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.